Привет всем! Добро пожаловать на наши каналы, и мы с вами продолжаем бороздить солнечные просторы Arizona Sunshine 2. Да, всем привет, дорогие друзья! Как я и обещал, мы с вами увидимся совсем скоро, и вот это скоро настало. То, что ты усик. Всем приятного просмотра, дамы и господа! Ну а мы продолжаем проходить дальше Arizona Sunshine 2. Так, ладно, это должно вывести нас на южную сторону 43-й. Там пару миль до автозаправки. Ну, мне кажется. Так. В прошлую серию, в принципе, можно было назвать Run, Boy, Run. Взять его, пес. Я не понимаю, а как команду отдавать? Или он уже меня... На верхнюю кнопку. На правом джойстике верхняя кнопка. All right. Взять. И отпустить вот так, да. Все, окей. Да. Я думал, он просто уже слушает только твои команды, вы там что-то уже... Мы больше времени вместе проводим. Ага. Опа, молодец. Хороший, очень хороший. Жень, сватовскую каску можно одеть. Угу. О, еще один автомат, такой же, как у меня. Отлично, а вот это уже становится реально опасным. Так, его за спину. А, его за спину, good. Да. Real good. Так, что тут? Раз, достали, оп, и погнали шмалять. Но желательно экономить патроны. Ну да, я смотри, его в крайнем случае тут достаю. Алфавит гепатитов. Так. Ну да, не самое приятное место канализация, конечно. Но выбирать не приходится. Хочешь выжить и в канализацию полезешь. Так, почему меня отталкивают от вашей бочки? Какие-то прозрачные между нами что-то сидеть. Блин, посмотри, мы находимся в канализации. Вон люк, да. Там поверхность. Но там... вылезти мы не можем. Вон, хотя, да. Хотя если, если сильно захотеть, то можно было бы вылезти. Чистый, тем более, запах, чистый запах. Какой у вас чистый запах? Угу. Чистый и очень свежий. Так, автомат вместе, вместе. Глянь, смотри, один свалился нам на голову. Ага. Собачка, так. Что-то я смотрю. Водичка хлещет. Там два ходячих. Они кого-то растерзывают. Слышишь? Едят. Лакомятся. Судя по всему. Вентиль, который можно просто крутить или что? Не могу понять. Подожди. Что-то происходит, когда я кручу вентиль, не? Давай, взять, Барри. Так, Барри, взять. Слышишь? А. Давай-ка, иди сюда. Нужна сейчас. Твоя помощь. Сейчас. А, точнее, нужна твоя пуля. Боже, пёс, Барри. Я беру того, кто справа. Того, что справа. Я их... Ты бери. Я его зарубаю. Давай, я туда завалю. Вот этот, который встал. На того собака кинулась, все. Мне собака помогла. Я его не убил, я его ранил. Она его сразу, оп. И схорчила. Слушай, так этот не встанет потом, а? Лезет сзади один. Оп. Нет, не там сзади. Хороший пёсик. Понял. Стреляй. Так, все, собачка разберется. Так. Ага, все пустая как раз. Отлично. Затвор дергать не стану, потому что патрон в патроннички стоит. Так, все. Барри справился. За этим тоже нужно следить. О, там, глянь, обоймы. А ну, принеси. Гля, да, можно собачку попросить, он принесет обоймы. Так же самое, как и давать команду фас, да? Да, да, да. Ровно так же. Окей. Ой, пес, спасибо. Давай, первая твоя. Спасибо. Ага. Давай, взять, малыш. Пожалуйста, пожалуйста, Барри, нам нужны эти патроны. Ну да, у меня на пистолете 25 штук всего. Так. Давай. Вот, хороший. Спасибо. Мальчик. Давай, и последнюю. Хватай. У меня 32 патрона. На пистолет. Значит, это моя. 39. Окей. 39 на автомат. Все, тоже 33 на пистолет. Ну и 80 на автомат. Хорошо. Так. Двинули дальше. Так, я не знаю, крутил эту трубу, дала она что-то, не дала. Чекпоинт. Точнее. Кепка? Что за кепка?
Барри, ты как? Советуешь все-таки спускаться вниз? Или лучше перестрелять их сверху? Я думаю, что мы не ошибемся, если начнем шмалять сверху. Ну я вижу, как минимум, что одна точно живая, она ртом шевелит. А вот, которая в каске или что-то, или кепка эта желтая. Каска, да, тоже шевелит. Я стреляю. Давай. Вот так. Так. Слушай, да они все сейчас станут. Поголовно. Так, одну убрал. Так, вот особо лежит рядом. Вот этот в броне, глянь. Смотри на него, смотри. Ну да, так он в броне ведь, глянь. Слышишь, для тебя я достану свой револьвер. Слышишь, ну да. Смотри, аккуратно. Не выстрелили все патроны. Я назад посматриваю на всякий случай. Не, этот брони... его не берет, дело в том, что даже с револьвера. Что значит бади? Бади должен прыгнуть сейчас на этого полностью обвешанного мужика двухметрового. И какой эффект, какой результат. Ладно, а ну. Хрен его знает. Ну он прям под нами ходит. Вижу. Слышишь, ну... И даже Desert Eagle мой не помогает. Стреляю в шлем. Это не сработает. С этим нам надо объединиться, бади. Ну и все-таки так. Да. У нас проблема. Нет, проблема. Так. Проблема передвигается со стороны в сторону, поэтому. Ну что, пошли? Стоп. Я, так, пожалуй. Нет. Подожди, нет. Ну чтобы хотя бы отошел от. Так, не, подожди, давай, да, наверное, все же их всех. Я сейчас всех стена. Случайно потратил патрон в никуда. Вон висит. Ага, все. Вон, видишь? Ага. Я его беру на себя. Да и все, я его. Да, вижу. А вот тот, который на трубе? Ты только скажешь, я уже стреляю. Так, ну и вот еще один висит. Все, ну по-моему это все прям. Слышите? Давай, я его отвлеку. Подожди, а как спускаться? О, все, я спустился, я спустился. А как спускаться? А, все, понял. Так, окей. Пули непробиваемый Фредди. Так, давай. Боже, бедная собака, осторожно! Я помогаю! Все, вот как выглядит выражение разорвать шаблон. Это вот так как-то выглядит. Ты разорвал ему шаблон? Я ему порвал его в буквальном смысле. Так, а что на пистолет лежит? Это так надо? А нет, слышишь, короче, это мой револьвер. Угу. В чем дело? Походу только два оружия можно на него цеплять, не четыре. А может быть на передние слоты там гранату повесить, да? Ну может, да. Или ну мячики то понятно. Не, мячики, а вот... да. Ну да, пистолет только сзади. Один. А, что за красавчик. Так, вот я думаю, что тебе лучше, Desert Eagle или револьвер? Desert Eagle, конечно. Ну лично я выбрал. Я и пользуюсь им. И он классно выглядит, просто, так много хочется сказать порой. Не, я оставлю револьвер. Сейчас я хочу револьвер. Так, нет, можно тебя скинуть? Ляж ты уже. Так, все. Смотри. Это мы сделали. Чтобы так. Чтобы скинуть лестницу вниз, нужно отстрелить ему руку. Не, ну да, чтобы он у него разорван капитально. Во, слышишь? Я, конечно, не уверен, что... А ну, получится. Я бронированный шлем одел. No. А ну, глянь, я в шлеме? О, да, ты в шлеме. Нормально, он никуда не... Ты из PUBG, да? Из PUBG. Да. Блин, какая детализация все-таки классная. Ну, бомба. Не, у меня есть уже все. Так, а так что делать это надо? Моя шапка. Братан! Да. Так, я попросил бади запрыгнул туда, я
Бадди попросил, он запрыгнул, глянь, что ты делаешь? А, он оттащит, оттащит. Все, класс. Потому что я попытался отстрелить ему руку, у меня не вышло. Поднимаю сверх. Прикрывай меня, если что. Так, да там вроде бы никого. Ой. Так. Мы тут внизу все забрали, ничего не забыли. Какой-то рисунок страшной девочки. О! Непонятное место. Так, ну. Тоже буду подниматься, ну, так. Нам в эту сторону. Давай, поднимайся. Так, Бадди залез, все. Двинули. О! Лутецкий. Патроны. Слушай, я возьму еще вот эту. По парочку бери себе. Пицца. А там пицца, да? Да. А ну кстати, дай теперь я откушу кусочек. На. Ань какой. Есть? Ой, блин, я два съел. Я хотел съесть один и дать Бадди, но я съел два. Прости, Бадди, ты остался голодный. Опа, УЗИ. Ага. УЗИ. Хорошо, хорошо. Ну, у меня была УЗИ. Так, подожди. А, она и сейчас у меня есть. Я совсем забыл, потому что автомат-то назад цепляется. Ну, ну да. Так, блин, а можно как-то? А это получается, ты сейчас возьмешь две обоймы, тогда я беру пистолетную себе. Сколько у тебя на автомат патронов? А? Сколько на автомат патронов у тебя? У меня? Так, да. Все, наконец-то я. Так, что здесь? Сколько патронов? Тебе не надо пистолет? На автомат 80, на пистолет 53. Но УЗИХа стреляет. УЗИХа стреляет пистолетными патронами. Вопрос снят, да, понял. Я понял. Это, тебе не надо пистолет? Вот такой. Сильверболлер мой, который я вначале нашел. Слушай, да нет, у меня все нормально. У меня УЗИшка, автомат и. Desert Eagle. Ну окей. Ладно, что бросаю тебе пистолет, спасибо, что служил мне верой и правдой, может кому-то еще пригодится. Ну да. Так, а нам ну. Сюда. А ну-ка, если мы вот так просто даже не будем хвататься за рукоять, а просто подымем. Опа. Так, оружие приготовили на всякий случай. Мастер Сплинтер, это вы? Сплинтер. Я сомневаюсь, что это мастер Сплинтер. Одна, глянь, на лопастях застряла. Ага. Так. Слышишь, ну поехали. Что? Раз. А нет, не съезжаешь нормально. Я думал, сейчас съедем на жопе. Но нет. Мастер Сплинтер, черепашки, это вы? Слушай, да место, да, просто похоже очень. Ты знаешь, это как-то дичь, Бадди. Каждый слева человек, один. Которого бы я встретил, пытается три, оторвать трое, мозги четверо. И съесть мои мозги. То есть Анон. Каждый человек, каждый из сотни, каждый из тысячи. И это так, только а там собака. Человека. Одного нулевого пациента. О! Гребаный ублюдок. Патроны! Так. Ладно, немножко не очень получилось, но нормально. Так, там он один стоит вдалеке, но вроде к нам не идет. Ты слышишь? Боеприпасы на исходе. Что? О, глянь, да, вдалеке. Да-да-да, вдалеке один бродит. Так, все печально. И пиво как нельзя было пить, так и нельзя, да? Эх, надо. Так, а что у нас тут? О, тут у нас покрафтить можно. Да, и обрез. Здесь у нас обрез, дамы и господа. О, оранжевый шлепок. Так, подождите, это я так не хотел делать. Вот так можно уже. Так. Ой. Я сидел срок в Донбассе. Правда, не за одну из этих крутых преступлений. За мошенничество. Так, кражу подождите. Этих средств. Никому не нравятся мошенники. Особенно людям, у которых они украли. Так, Барри, ну... А, шо, я просто выкинул патроны, не гоните. Ну, такое возможно? Вот. Ну, с револьвера я их высыпал, походу их нельзя подобрать. Быть может. Ну, ладно, давайте. Чтоб руки не дрожали и чтоб лапы не подводили. Давай. Чуть-чуть. Я хотел к тебе присоединиться, но это соус оказался.
Так, так. Ага, и клей уже кто-то подмутил, да, который под столом? Ну, конечно. Так, и пистолет ты выкинул обдуманно, да? Да, потому что мне теперь УЗИ и обрез. Окей. Во, глянь, а тут появились новые гранаты и мины. Во как. Гранаты у нас, да, три разновидности. Осколочная. А это клейкая граната, стик, липкая граната. Какая, вот это справа? Да, да, да. Ага. Гуд. Отлично. Так. И коктейль Молотова. Вопрос, чтобы скрафтить. Слышишь? Так, меня кто-то заставляет сделать эту. Кого? Как ее сделать? Подожди, сейчас я... Вот ага, я сейчас сделаю гранатку. Подожди. Стоп, подожди, я уже положил все, да? Вот надо для этого один клей подожди. И три металла. Ты положил или я положил? Я положил. По идее, я положил. Куда теперь надо нажать? Что же сделать? Я не знаю, а ну. Положи сейчас ты. Ты положи. Да не, надо брать клей и уложить на эту картинку, чтобы по бокам у тебя появилось ингредиенты, их набрать или уложить, по-моему. Ну, допустим. Да, нет. И? Нет, на картинку, которую ты взял и положил по центру. Ну да, я так и делаю, только подожди, мне надо... А, у меня пока тут столько металла у меня всего есть, столько у меня ингредиентов всего имеется, да. Или что? Ну да, 7, 3, 9, это если у тебя показывают, если это твои вижу, а не свои. Как убрать, а? Вот, хорошо, ну, давай, допустим, клейку, гранату. Что для этого надо? Три клея и один металл. Ну, у меня один клей. Ну, правда, я собирал куда больше. Как у меня он может быть один? Не, всего вот показываю, да, по идее. У меня их сколько? 13 клея, 7 металла, судя по всему, 8 жидкости какой-то. Алкоголь это типа. Алкоголь, alright. And... Я не понимаю. А ну, дай я! Давай. Так, берем, ложим. Так, это... Что мне надо для этого там? Один клей. Вот. Почему не работает? Что-то не то. Ой, как очень... же я люблю эти моменты неудобные, когда мы немножко не можем разобраться. Нет, давайте. Не, если закрыть, ничего не получится. А я не понимаю, у меня так тогда работало. Я хреном, вот потому что мы с тобой вдвоем одновременно подошли, мы с тобой вдвоем рядом стоим с ней, потому что. Ой, не знаю, но гранаты... Ну подожди, дай вернусь, отойди, да, вот ты отошел, да, я сейчас вернусь, вот сам, вот она закрылась, открылась теперь по новой. Не, оно ни хера не работает. Я не понимаю, что происходит. Граб. Ну и все. Ну граб. И все. Ну и пошли. А, все! Все, я сделал. Я и сделал. Что для этого надо? Надо было взять один ингредиент, другой ингредиент и просто соединить их в руках. Ясно. Да, надо было так поступить. Слышишь, ну я вот эту, которая липкую гранату сделаю. Да, да, бади можно обвешивать гранатами. Так, на чему? А ну иди сюда. Стой, падла. Стой, дюжи, собака такая, блядь. Сюда иди. Лично он отходит, блядь. Так, это получается. Все, вот с одной стороны висит мой пистолет и моя граната одна. Я вижу. А вот с другой стороны теннисный мячик и клейкая липкая граната. Ага. Моя. Так, я себе еще одну гранату. Мину давайте. Еще создать, слушай. Понадобится так. Оно нам или нет? Я думаю, что по-любому понадобится. Ну, возможно, и понадобится. Ну, я сделал две гранаты просто. Куда гранату? В рукав. Раз, да, в перчатку. Гляньте-ка. Мини-гранатка. А только одну можно или больше? В рукав одну. Окей. Там, кстати, ну, и так там надо там зажигалку с собой носить, поэтому ладно, оставлю на потом. Кстати, это, кстати, еду на тоже можно туда ложить, чтобы хилиться, надо, чтобы с собой была еда. Хорошо. Так, ладно, двинули. У всех здоровье по 100%. Я куда-то уехал, а вот все, я вернулся. У меня только что был
У меня был только что сбой отслеживания гарнитуры. Я не знаю, что случилось. Я видел, да, ты резко присел, побежал в эту сторону. Побежал. Ладно, надеюсь, так, это так. С компьютером ничего, нормально, все пишется. Мимолетно. Да. Недоразумение. Да я смотрю, как-то этот... Что ли, видюха сильно нагружается на своей этой панельке. Время кадра долго, надеюсь. Ой, хорошо, Барри, красавчик. В написанной серии все будет нормально. Че, тебе был нужен этот мозг? Да. Ты бы видел, он Барри такой, знаешь, не растерялся. Зомби уже на меня идет, а Барри хватает его за руку и валит просто на спину. А Барри, да, он такой, он вообще не теряется. Он именно у нас боевой пес. От до мозга костей. Пес Барбос. Смотри, справа один. Ага. Барри уже на него загрелся. Так, стоп, у нас тут один малыш сидит. Правда, он, походу, не собирался вставать. О, возле него еще тисачок есть. Так, ну теперь... Вот хороший. Ага, тут не пройдешь. Да? А, ну да, точно. Так, а я... Тиса, с двумя тисаками, я именно... Сейчас буду сражаться в рукопашку. Так, давай, ну, не повтори мой подвиг тогда в аэропорту. Ну что, ублюдки, я здесь! Есть один. Я, если что, прикрываю. Так. Если вдруг что-то пойдет не так. Дай я этого. Ух ты ж. Олчик, смотри осторожно. Да, да что ж такое, а? Да ты, падла, такая... Не, жердяй. Не подыхаешь, а? А ну, жердяй, на ворота. Да, я что пищу. Я так и не понял, вот топор еще работает или не работает, или он сломался? Мне кажется, топор сломался. Так, а я-ка забираю... Так, патроны, вот это, хорошо. Ой, здесь, конечно, очень повышается мое настроение, не знаю, как у тебя, когда я нахожу новые патроны. Не, ну новые патроны это всегда хорошо. Да, просто в первой части, знаешь, так, а ну-ка, маленький, было так, что их прямо ж переизбытки. А здесь наоборот. Ну да. Дефицит. Да, да, ага, это ты там лутаешься. Да, я клей просто взял, все. Здесь так, я все взял, так, там патроны были. Маска древняя. Ацтекская. Ацтекская? Да. Так, ага, а вот еще патроны. А ну, Бадди, давай, доставай. О, там обойма и граната, кстати. Ага, точняк. Я совсем забываю, да, что ну вот, хороший собачка мальчик может нам помогать. Давай, так, правда, гранату куда вложить, я не знаю. У тебя есть место для гранаты еще одной? Нет, у меня здесь зажигалка, здесь граната. А, стоп, надо мячик убрать, у него мячик. Бадди, давай мячик, короче. Если что, гранатами будем играть. В этом деле главное в собаку не попасть. Да, мячик просто нам, если что, жизнь не спасет, а вот граната может. Это была фиаско, и вправду. Я после этого, не дай бог бы такое произошло, вообще больше не играл бы ни в какие игры. Ни в компьютерные, ни... А у меня реально что-то... У меня шалит FPS прям, я это вижу, короче. Надо будет глянуть, что ж там после серии, надеюсь, нормально будет. Так, а ну-ка. Ну я стреляю в бочку. Да, давай. Да? Да. Ой, нашумели. Подожди, давай, пусть собачка возьмет этого. Давай. Ой, граната надо. Граната кидай. Подожди. Fuck's sake. Где граната? Я забыл, где граната. А, вот она. Кидай, я уронил, да я уронил, блядь. Да, что ты? Да они перезаряжены, все. Отдай мне назад. Убегай. Я уронил гранату, я уронил топор, я уронил все, что мог уронить. Хорошо. Понял. Тихо. У тебя граната где-то есть? Есть, сейчас, подожди. Пока, Фред. Что, тебя взять? Пойдем. Все. Фух. Это, конечно, было печально. Это, конечно, уже пошло в традицию. Фред, загрызи его. Ой, фу, Фред, Бадди.
Давай. Стреляй. Да не, ладно. Пусть у нас есть. Я просто случайно не ту команду отдал. Боже мой, хочется сказать. Да. Молодцы вы, ребята, конечно. Пустая. Начинаю нервничать по поводу ситуации с патронами. Ты слышал это? Мой персонаж сказал. Ну да. Начинаю нервничать по поводу ситуации с патронами. Я все, топор потерял, дробовик потерял. Ой, да хорошо, подожди, сейчас надо... Что там по патронам? А, патронов ни хрена нет. Перезаряжаю впервые. Так. Автомат. Господи, хоть она не в эти щели не попроваливалась. Я даже маску потерял. А нет. Это уже не моя маска. Так. Граната. Сюда. Топор. Сюда. Фух. Короче, как-то так. Чутка ранили меня. Ой, Лень, рука. То есть, мне интересно. Окей, давай. Рука, куда ты делаешь? Рука. Слушай, если тебя ранили, вот пицца. Ага, иду. Ну слегка ранили, да, 70 хп. Кто мой лучший мальчик? Господи, как я с этой опять гранатой вечно храняю, не в ту руку беру, чеку. Фу, короче, ладно. Так. Смешно, конечно, смешно. Со стороны смотреть, наблюдать за этим смешно. А здесь, ребята, ни хрена не смешно. Нет такого, что ахаха, оху-ху, вот это знаете, как многие летсплейщики. Портить из себя клоуна тут неудачного. Стоишь, вот. Мы потом не занимаемся. Так, алло. Ни на публику, ни, соответственно, когда по-настоящему тебе не смешно, ну зачем мне веселиться? Тут страшно периодически. Так. Да, каждому по обойме. Ага. Мне одна, у меня 58 на. Ой, там динозаврик, динозаврик. Да. Слышишь, а ну. И обоймы, кстати, он по полу еще лежат. Все. Давай, точно. Я тоже себе... Динозаврик. Пожалуйста. Одна обойма мне на пистолет, другая тебе. У нас через динозаврик. Хорошо. Так, thank you, buddy. Так, и вот вторую. Вот, хороший мальчик. Все, 23 патрона, да, и вправду. Хороший мальчик, спасибо. Что бы мы без тебя делали? Мы же в рукопашку сражались. А, мы знаем, чем это все это... Ага, чревато для нас. Почему так все вообще печально пошло с гранатой? Потому что я первые 5 секунд забыл, где, блядь, вообще у меня гранаты. Я начал их смотреть на груди, как в первой части, что на справа есть груди, тут фонарик, что-то не то. Если, я говорю, вот если прошлая серия у нас так как-то быстро прошла, потому что мы там быстро бежали, спасались, то эта серия такая, знаете... Так, сейчас это... Весьма серьезная. Так, это... Паша, а этого сейчас я зарубаю. Давай. Ладно, я пока с пистолетом все равно на всякий случай. Разорвай бизнес, Фред. Хватаем каждый по ящику. Угу. Так. Как вот на поле чудес, выбирайте. Приз или деньги? Приз и деньги. Да. Так. Сырая, мерзкая, вонючая канализация. Бади, взять. А он жердяй. Ага, жердяй мой. Да вот так. Да. Смотрю, он прям стал падать. Эп. Оп. Забираем все. Там ничего. Бля, можно туда собаку отправить, только непонятно зачем. Вот. Ты ж понял, где мы находимся сейчас? Помнишь это место? Ага, мы с противоположной стороны. Там зашли, обошли. Да, Бадди можно туда отправить, но там ничего нету. Зачем? Непонятно. Ладно, возвращайся к нам. Давай, малыш. Так. Опять чекпоинт. Еще одно сохранение. Ага. Так. Так, Бадди каким-то образом уже на улице оказался. Ощущение, что последний час мы дышали чистым метаном. Вот. Фух, да, свежий воздух пошел. Так, ага, здесь еще револьвер.
А в этом что-то есть, не так ли? А куда они вылетают? Все, да, нельзя. С револьвера, короче, если патроны высыпаешь, то они типа все прям, да? Или что? Или они сразу в карман летят, я не обратил внимания. Так, котлетка, котлетка. Так, ящики. На часах у нас 9 минут 11. Так, все, я тут обыскал. On the road. Так, бади, так, у тебя хп цел, да, ты здоровый, да, вроде? Полный же хп у тебя? Я открываю дверь. Подожди, да, сейчас, собачка, котлетка. Собачка. Ты что? Собачка не голодна, наверное. Ты скотина! На, будешь? На, ну глянь, ну вкусная ж, я съем. Подзови, подзови. О, а ну, попробуй сейчас. Он на тебя смотрит. Она надкусанная. Так это я ее укусил. Чтобы показать ему, что она вкусная. Хороший пес. О! Давай, давай, все? Давай. Ну, а раз укусил. О, все, съел, все. Так, ну что, вы готовы? Фу, правда, я сначала на пол кинул, потом укусил, ну ладно. Я открываю дверь. Давай. Выходим наружу. Фу. Ой. Фу, как меня задолбала эта духота канализации. Это жесть. Некоторые мои приятели-строители думали, что добьются успеха, заключив этот контракт. 4,5 миллиона тонн бетона. Пошел, взять его. И они построили эту херню. 4,5 миллиона тонн бетона. Вот это да. Это явно немало. Так, взять его. В мусорке. Так я не понял, собачка. А. Так, бери ее справа. Сейчас. Я займусь попом. Ой, бабище. Бегут, смотри, осторожно. Я вижу. Я справа. Ладно, хорошо. Бери ты, я слева туда. Попался. Так, стоп, стоп. Хороший пес, бани. Вот так. Ёп. Патроны есть у вас здесь? Были у вас тут патроны? О, вот на УЗИ. А, ну это все на пистолет. Ну да, да. Так, так. А сзади что у них? Можно открыть? А, сзади и не откроешь. Нельзя, закрыт. Багажник. Окей. А ну-ка подождите. Дайте я перезаряжу. Автомат. Так, это не обязательно. Так, а что это у нас тут? Крышечки какие-то или что? Я так не понял. О, а вы там что? Алло, родные. Как у вас тут? Постеснялись выйти, да? Да. Ну ладно, так, я надеюсь, мы еще встретимся. Патроны. Так, а ну-ка, что у нас тут в ящике? А, пусто. Да, ты уже проверил? Ну, ты поднял, я увидел. Ага. Несложно. Так, так, так. А ну подожди, стоп. Так, а дверь я могу машину эту закрыть? А чё дверь закрыть нельзя? Какого хрена-то, а? Теперь лезть нельзя. Ясно. Ладно. Ясно. Так, о, а тут у нас пакеты. Чёрные. Не, этот можно как-то открыть, а? Те, кому не повезло. Нет, нельзя. Ага. Хотя... В общем... Хреново, как тебе тут больше не повезло? Военный блок впереди. Лежать в пакете или ходить полуразложившимся? Что из этого большая неудача? Я не предпочту выбирать вовсе. Да. Честь, я предпочту не выбирать вовсе. Так, кстати, а ну-ка, что у нас по обрезу? То я его даже не рассматривал. Вот, такой у меня обрез, видишь? Мой бумстик. Опа. Пожалуйста, поднимите руки. После утречка, которое у нас было, я думаю, мы оба заслуживаем хороший холодный химический душ. Так, да, давайте. Мы прорвались сквозь зловоние канализации. Да, причем все целые, невредимые. Да, выжили, тут нас дезинфицировали, так что все у нас должно быть хорошо. Да, собачка? Хорошо, давай, собачка. Собачки все в порядке, все сыты. Все здоровы. Да.
И патроны даже имеются. 27 патронов на пистолет, 52 на автомат, одна граната. Это все, что останется у меня на следующий. Получается 55 на УЗИ, 65 на автомат, 10 на дробовик, одна граната, один мясницкий тесак, и у собаки еще визит один мой пистолет, глок улучшенный, и граната. Короче, слышишь, мы во все оружие. А ты взял, ты с бадди взял гранату. А, вот откуда. Да. Собачка, пожалуйста. Главное это что? Главное это собачье спокойствие. Спокойствие, да. Все. Вот, все. Пока собака спокойная, и все вокруг тоже хорошо. Никто не пострадает. Ну что, друзья, в общем, на этой позитивной нотке я предлагаю с вами прощаться, но, как обычно, ненадолго, потому что новая серия не заставит себя долго ждать, ребят. Приходите на нее, мы вас будем ждать. Да, надеемся, вам нравятся наши приключения так же, как и нам. Если это так, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал и пишем свои комментарии. Если есть какие-то вопросы или желания пообщаться, мы обязательно постараемся вам ответить. Вот. Ждем вас в своих следующих видео. Да, играл я, меня зовут Максим, а также мой друг Вовчик. Это парень. Я. А от этого чувака нет, потому что мы в другом месте находимся. Да, 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 чувак ушел. Жаль, я прям немного скучаю. В общем, все, надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч, играйте в игры и выигрывайте. Всем пока. Пока-пока.